Всем привет, дорогие друзья, а с вами Стивен. Сегодня играем мы в Skywars на сервере Crystalix. Так, фух, меня просто сейчас бомбит, а? Тут читеры, на лицухе читеры, ну хотя тут только одного читера встретил, вот. Это капец, конечно, дорогие друзья, на лицухе столько читеров развелось, что я даже ушел оттуда. Вот, ну а сейчас я еще несколько раз сливался как нуб и просто бомбит у меня. Ну ладно, сейчас вот точно, я вот сейчас соберусь и должен, я просто вот должен, как будто я сейчас ляму заработаю, если я выиграю. Да. Очевидно, так сказать, сравнение. Да. Ну если, ну да, и тут хорошие, в принципе, вещи попались мне. Бам-бам-бам-бам, кстати, мне это не надо. У меня не хватает штанов. Нет, у меня не хватает ботинок, а не штанов. Опять я так долго сижу здесь. Ботинки оденем, короче, пойдем, ничего раскладывать больше не будем, вот туда нам. Пока там чувак нубит, так сказать, не идет сюда, и я пойду. Залутаю крутой сундук и получу крутые вещи. Это вообще просто замечательно будет. Так, ну также пишите в комментариях, хотите ли вы видеть другие видосы, ну, по другим играм. Пишите, конечно, в комментарии эти названия игр. Я обязательно попробую заснять. Почти в алмазке. Вот, так что пишите в комментарии, я жду ваших комментариев. Так, ну ладно, давайте посмотрим, у меня тут больше никого. Нет, по-моему, тут все же кто-то есть, да. Ну, почему-то только одно стекло разбито, это очень странно. Ну, а чувак уже сходил. Так, ну, этого брать я ничего не буду, пойду его лучше убью. Так, он меня не заметил. Заметил, кстати. Что-то как-то резко он обернулся. Пипец. Да. Так, ничего хорошего тут нету, да? Кстати, хороший. Блин, палки скинул, дурак. Так, ну что же, давайте, я не знаю, сейчас, что мы сейчас сделаем с вами. Грудак оденем хороший. Да покушаем. Также нам нужно сделать скрафтить стрел как можно быстрее. У меня нет ни досок, ничего. Ну и скинем, короче, хлам тогда. Просто тупо скинем хлам. Нет, мне это как бы пригодится лучше. Да блин. Скинем хлам, вот это. Ну и все, хватит. И пойти уже сливать остальных. Пусть тут нет, там, кстати, вот сундук. Все, ну, да, мне ничего тут не нужно, кроме блоков да хаски. Это в меня или в него летят стрелы, у меня вопрос. Хотя тут еще же... Это не центр у нас, оказывается, а я-то думал. Кто стреляет? В меня или не в меня? Вот вопрос. Кстати, что-то стало подлагивать у меня. Да ё-моё! Блин. Как говорится, то по носу, то золотуха. В меня летят стрелы, отвечаю вам. И у меня не осталось блоков. Ну ладно, соберем сейчас вот эти блоки. Нормас будет. Ну все, ладно. Еще тут соберем блоки. Нормас. Ну, давай, все подобрал вроде. Так. Ну давай. Все, зубкал. И уже сейчас будем мы с вами на самом центре. Крутяка щит. Если мы сейчас там будем. Оденемся и затащим. Кого-то кто-то скинул. Не эту. Ну да, оружие, в принципе, как меч, да, хороший у нас. Так, случайно поставил блок. Хавка, пожалуйста, беру и палочки. Нет, я тоже должен собрать блок. Нет, вы не считаете? Так, это я выложу. Сколько? 6 домашки, ну, одинаково, короче, сейчас дамажек тут. Оп, собрал, да. Вот нет штанов нормальных. Это вот, на самом деле, печально. Ну и что у нас здесь? Ну и здесь тоже ничего хорошего нет. Хочу я вам сказать, скину я вот так, наверное. Залутаю еще немножко вещей. Ой, вещей блоков. Да, это уже вещи мне пошли. Так, отличненько. И где же все? Осталось-то против меня 4 человека. А вот один из них. Хочет как можно быстрее, наверное, умереть. Вот еще один. Ну, еще один где-то там. О, кстати, а вот еще же. О, отлично. Так. Все. А, нет, мне они не нужны. Ну, все же я их забрал.
Это хорошо, стрелы. Паутинка. Так, ну дерево нет, это вообще печально, вообще печально. Все-таки надо было его собрать. Это, по-моему, строится. А, вот, строится ко мне. Оп. Оп, а, нет, попал. Давайте мы, типа, застроимся тут. Так, ну давай, ставься. Вот, отлично. Посмотрим, на нас никто больше не нападает. Да нет, вроде пока что все сидят. Ну, блин, я, считайте, засел, да? Ну, что я сейчас могу делать в этой ситуации? Кстати, пока не видит, я все-таки лучше построить. Все-таки это лучший выход. Вариант, точнее, выход. Кстати, а где он? Он что, ливанул, что ли? Кстати, по-моему, ливанул. Или спрыгнул. Ну, короче, он погиб. Один какой-то из игроков погиб у нас. А нет, вот здесь. Лутается у нас. Давай. Отлично. Фух, слил, дорогие друзья. Слил я его. Вот это да. Так. Блин, штаны-то упали. О, есть. Лук у него, по-моему, был. Да, вот лук. Фух, я не мог, сейчас сердце у меня стучит. Это капец. Стрелы. Взял. Отлично. Фух. Покушать надо быстрее. Быстрее. Там я видел ник чувака какого-то. Да, вот. Оп. Сбросил. Затащил, дорогие друзья, затащил. Наконец-то свершилось чудо. Мы с вами затащили первый раз в Скайварсе на видос. Вот это отлично. Вот что значит, я наконец-то пришел на Скайварс. Ой, на кристаллик перешел обратно. Так, почему я не могу посмотреть, сколько у меня скоров? Может, я опять неправильно написал? Фух, ну, конечно, это крутяк. Вот это крутяк. СВ, скоро, все правильно. Ну, ладно, нет, так нет. Ну что же, а с вами был Стивен. Если вы впервые на моем канале, то подписываемся, ставим лайки. И, конечно же, пишите в комментарии, хотите ли вы видеть какие-то другие игры, и также пишите их названия. Ну что же, всем сейчас, наверное, удачи я пожелаю. Ну и всем пока. Да, конечно, попрощался, круто. Ну что же, всем пока.